предстоящие сутки крайние северо-западные и южные районы Западной Сибири будут находиться под влиянием атмосферных фронтов и циклонических вихрей. Там пройдут дожди, местами в сопровождении грозовых разрядов и порывистого ветра, а на центральной территории региона раскинется антициклон, сулящий погожий день. Днем по округу переменная облачность, без существенных осадков, температура воздуха по округу от 22 до 28 тепла. В Сургуте и окрестностях переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный 4,9 метра в секунду. Температура воздуха плюс 23-26, в окрестностях города плюс 22-27. 9 августа солнечная активность умеренная, геомагнитное поле спокойное. Атмосферное давление существенно не изменится и составит 754 миллиметра ртутного столба.